Что, Шелесть, новый заказик надыбал? А, постой. Точно, ты же Демидова. Ну? Из «Советской трибуны». Ну? Ты писала про палача, я тебя помню. Ну? У меня память на красивых женщин. А когда же статью про мои творческие искания в русле последних постановлений партии и правительства? Нечего мне делать, про твою мазню писать. Я Богу признался, что сам так решил. Может, это мазня? Вот это тоже мазня? Того, что пришлось мне пройти. Спросил бы, как смог я с ума не сойти. Никогда не верь словам, страсти, клятвам и слезам. Сделаю тебе больней, кто обещал любить сильнее. Сердце обмануть легко, вот держи, оно твое. Все в стежках зашито криво, как сумел, хотел красиво. До утра полчаса одинокие. Просто признайся, что ты пришел мне повидать. Ну кто нас разберет, Демидова? Мы люди сложные. Но признайся, что ты вот любишь своего этого Черкасова. Любишь? А на самом деле ты же рада, что я заглянул к тебе на дом. Да, встретились, но слишком поздно. Я верил в любовь навсегда. Стас, сними покрывало. Хорошо, при одном условии. На все мои вопросы ты будешь говорить «да». Так нежно за шею держали меня. Как скучно. Да смотри, как свет осталось. Есть в тебе что-то такое. Жалостливое такое. Эти строки, чтоб не дописать. Если души учат в небе, что любовь одна навеки, почему мы так несчастны? Почему страдать согласны? Прочитай, увидишь сам повесть, пьесу или роман. Не угождай. Ломаешься ко мне в дом, так. Снимаешь мое спальное место, орешь только. Ты бы хоть предложение мне сделал. Это же безопасно. Я сама не слышусь. Выйдешь за меня замуж? Неожиданно. Да или нет? Ты мой настоящий. В настоящем у Стаса никого нет. Но слишком поздно.